Здравствуйте, сегодня мы распакуем индукционную варочную поверхность бренда Kata, модель IB6203 White. Коробка у нас идет 655 мм на 590 и высота 135 мм. Вес 8 кг 200 грамм без коробки изделия, в коробке 9 кг 500 грамм. Подключение к сети у нас идет 220 вольт. Далее давайте откроем, посмотрим на саму поверхность, как она выглядит, как она у нас запакована. Так, что мы видим? Варочная поверхность у нас белого цвета, переложена сверху пенопластом, чтобы никто не надавил и не повредить стекло. Посмотрим, что у нас идет снизу. Снизу у нас идет в комплекте крепление с винтами для крепления варочной поверхности к столешнице. Также мы видим хороший такой силовой кабель с заземлением. Вилочку нам надо будет приобрести отдельно. Подложка, которая клеится по периметру стекла, для того, чтобы у вас грязь не попала под столешницу. Еще такой мануальчик идет по стеклу Шоткеран. Это немецкий бренд стеклокерамики. Образец чистящего средства для стеклокерамики фирменный. И, соответственно, инструкция. Давайте сейчас посмотрим на саму поверхность, как она выглядит. Да, вот как у нас и из образца следовало, Шоткеран стеклокерамика у нас. Это немецкий бренд стеклокерамики. Белого цвета варочная поверхность на 3 зоны с сенсорным управлением. В общем, поверхность очень интересная. Но уже про более подробные характеристики данной модели мы вам расскажем уже в следующем видео.